Батэ станет чемпионом. Бывший главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев уверен, что клуб из Борисова, несмотря на дело Веремко и техническое поражение от Слуцка, в очередной раз возьмет золотые медали. Должно все решаться вот здесь. И не с помощью каких-то потусторонних дел. Вот. Так что пусть победит сильнейший. А сильнейший вы знаете, кто у нас. Так что я думаю, все будет нормально. Батэ станет чемпионом. За 4 тура до конца чемпионата Батэ идет на втором месте, на 2 очка отставая от Шахтера.